Selline nägi välja Peugeot 206 pärast õnnetust, milles istusid viis noort inimest. Noorim autos olijatest vaid 14-aastane. Kõiki noori sidus vähemal või suuremal määral usk Jumalasse. Vera Boga. Nad oleksid vabalt jõudnud. Kuid kohale noored ei jõudnudki. Õnnetuses hukkus 4 ning vigastada sai 5 inimest. Мы поминаем. Usk Jumalasse. И мы вспомним. Погибло 5 кто-то, кто был кому-то важен. Ну что ваш Бог, ну что ваш Бог на это скажет? 14 лет, это еще и не начало. Вера, минута тишины, чтобы все знали, где она, где она. И я не верю, и я не верю в Бога. После того, что случается в школе, в мире, в общем, на дорогах. Я знаю людей, кто по жизни шли с крестом на шее. Многие из них не вышли с детства, теперь их нету. И в отличие от вашего Иисуса не воскрес. Виноваты они, что путь такой короткий. Господь нас защитит сквозь слезы, кричала девчонка. Что Бог-то мнений, что Бог на небе, что он важен. Если он в самом деле есть, то пусть себя покажет. Урбон! Пыхки дес писара и демо лэби вейтин дрэти кота блоут пыранда. Иди за пыльвили полубил узу гюмола нэмэга. Сэс туску мине юмора сэн айда ну дэльмега. Куй тэнай сэйда икс геото коту вера вассэ. Ебели сук сулэ тукс ванемад он писарадес.
bullshit story ever told. Think about it.